Еще раз всем привет! Сегодня день так классно проходит. Быстро, быстро, быстро все летит. Вот заказы целый день. И как-то, вы знаете, очень легкий день, потому что успели и Матильду нашу французскую в порядок привести, и ведьмы вот по ту сторону камеры лежат горы заказов. И поэтому так быстро все меняется, и обновляю опять информацию. Пытаюсь как можно быстрее вам все показать и как можно доходчиво объяснить. Кто новенький добавился к нам на канал? Смотрите, мы здесь продаем ведьмочек, мы продаем турмалин и много чего другого. Когда вы определились с заказом, делайте скриншоты. Кто скриншоты делать не может, не проблема. Пишите мне в мой номер в WhatsApp, я каждому из вас отвечу. Я обрабатываю в день по 5 сообщений от вас. И вот когда уже один заказ готов, я перехожу к другому заказу. Давно я не показывала наших блондинок с голубыми глазами, которые 70 сантиметров. Посмотрите, какая настоящая ведьма. Какая харизма, какой темперамент, какой нос. Видно, да? Задерживаю специально камеру, личико увидели, ручки увидели. Эта ведьмочка вот на такой подставке. Вам видно, да? Вот так. Донышко. Вот примерно ладошка. И, смотрите, накидка. Все нужно распрямить. Она примерно 70 сантиметров. И вот 70 сантиметров, а стоит она 47 евро. Ну и, конечно, я всегда говорю брошь на шляпу. Либо ленточку, либо вот что-то такое. Вот вуаля и готово. С метлой. Все ведьмы с метлами. Она у меня есть в сиреневом. Здесь стоит. С красными оттенками. Обращайтесь, она очень легкая. Буду рада. Красненьких две. Сиреневая одна. Так, показали. Теперь, с чего я хотела еще, чего же я хотела вам показать? Просто показываю в день по несколько раз. Так, смотрите. Вот это вот и все. Больше их нет. Видно вам? Это те ведьмочки, красная на любовь, черная, оберег, зеленая на деньги. Это те ведьмы, которые стоят 9,90. Посмотрите внимательно лицо. Они такие классные, они совершенно разные. Так, немножко прическу сделаем. Определяйтесь, какой цвет вам нужен. Их осталось совершенно мало. Вот даже они как-то повернулись все втроем. Смотрите. Кстати, смотрится красиво, когда три одинаковые модели. Вот я вам сейчас покажу. Мы сегодня собрали посылочку для России. Я ее еще не упаковала. Мы ждем турмалиновое колье. Но я вам покажу, как красиво. Одна и та же модель, три разных расцветки. Сочетание просто замечательное. Одну минуточку. Так, это нужно повесить обратно. Смотрите, вот так вот девочка выбрала их. Это милашки, которые тоже по 9,90. Видно, да? Вот. Вот такие у них лица. Красивые, молодые ведьмы. Это молодые ведьмы. Так, уберем метлу. Вот, посмотрите, без метлы, чтобы лицо полностью видно было. Видно вам так, да? Это те ведьмочки, вот так вот стану, это те ведьмочки, которые летят на метле, лесные ведьмы, так как по преданию ведьмы в Гослере жили в горах и живут. И живут, они и жили, и живут. Конечно, тяжело определиться, какая, но смотрите, какая на вас смотрит. Вот мне такой вариант событий очень понравился. Посмотрите. Это те, которые 9,90.
Я специально хочу взять их по одной. Вот так стану, чтобы видно было. Смотрите. Вы видите, на них есть пайетки. Вот здесь вот на грудочке есть пайетки. Давайте я к ним немножко подробнее подойду. Вот достаю метлу. У всех ведьм есть метла. Ну, то есть у нас же настоящие ведьмы, правильно? У нас, кстати, даже есть кавалер еще. Да, красавец. Теперь открываю ручки вот так вот. Открываю. Посмотрите, какая прелесть. Потому что, когда метла и вот там ценник, много чего не видно. Посмотрите. Пайетки, тюль. Очень красивая. Вот она просто светится, эта ведьмочка. Видно, да? Они еще есть. Их очень любят у нас. Они стоят 9,90. Я бы даже вот так сделала. Я бы не закрывала это красивое платье метлой. Ну, а так и все-то знают, что ведьмы все летают на метле. Правильно? Давайте то же самое сделаем с красной. Убираем. Не расстраивайся ненадолго. Открываем ручки. А здесь красные блестки. Какая красивая, какая красивая. Она даже сама довольна, посмотрите. Видно? Чтобы вы платье разглядели, потому что лица-то я уже показала. Ножки. 15 сантиметров, 9,90. Ну и черную, конечно, тоже, почему нет? Видно, да? Это вообще... Смотрите, она собралась на банкет. Это ведьма. Вот как, когда ручки закрыты, не видно таких деталей. Деталей, которые играют роль. Девочки, если кто-то хочет как серьги, кто там спрашивал за серьги, вот, пожалуйста. Так, этих я показала. А теперь я еще хочу показать вам, где они есть. Ой. Последние две, которые за 9,90, которые на подставочке, без ножек. Посмотрите, пожалуйста, они с рюкзачками. Вам видно вот так вот рюкзачки? Вот, их осталось только две. Ой! Уже одна. Шучу, не разбилась, но улетела. Видите, ей уже летать охота. Но может кто-то отреагирует. Вот что единственное, мне не совсем в ней нравится, но дело такое. Вот здесь вот немножко видно клей. Но можно украсить, можно ленточку какую-то. Вот смотрите, настоящая рыжая ведьма. Тоже симпатяшная такая, молодая. Видно, да? Блестит, парчевое одеяние. Вот здесь вот такая юбочка у нее красивая. Переливается. Вот они тоже стоят 9,90. Так, идем дальше. Кого мы еще не показывали? Брелки я уже показывала. Малышек, милашек показывала. Их становится, в принципе, все меньше и меньше. Вот осталась последняя зелененькая за 14,90, которая 25 сантиметров. Видно, да? Вот если ее так повесить. Да мне кажется, можно, в принципе, везде повесить. Не только при входе, в любой комнате, в машине, либо на сумочку. Кто на море собирается? Такого себе рода оберег от курортного романа. Представляете, идете по пляжу с ведьмой. Либо на себе ее несете. Ой, ну это наши любимые, это наши, конечно, фавориты, вот эти милашечки. Вот хочется немножко метлу опущу, чтобы лицо вам показать. Смотрите, какие. Ну, это такая, знаете, ведьма. Сейчас поправлю вот здесь волосы. «Спасу весь мир» называется
красненькая накидка блестящая. Такая добрая-добрая. Шапочка видно, да, какая? Шапочка с юбочкой совпадает. Ну и вот так вот летит. Это та модель милашки, которая стоит 11,90. Давайте я ее сравню с зелененькой, которая 14,90. Вот. Видите, да? Они, конечно, совершенно разные. Но тем не менее. Дорогие мои подписчики и гости канала. Вот возьму себе такую помощницу. Вы сегодня суперактивные, классные, позитивные. Мы вас за это благодарим. Ты тоже, да? Правильно. Поэтому я всегда говорю «мы». Вы знаете почему? Потому что я здесь себя никогда не чувствую одна. Всегда это мы. В общем, наше ведьминское сообщество говорит вам всем спасибо. Подписывайтесь, кто не подписался, кто уже с нами, молодцы, спасибо большое, спасибо за вашу активность, за комментарии. Вот сегодня день прошел вот просто налегке, вот каждый день вот так. Мы даже уже успели 2,5 посылочки собрать, завтра пойдем на почту, кстати, покажу вам. Вот мы хотим сделать один эксперимент. Вы знаете, что здесь внутри? Вы никогда не поверите. Если я вам скажу, что здесь внутри, вы просто мне не поверите. Вот эта ведьма. Вот здесь внутри. Мы ее сложили. Вот веник от метлы отрезали. И завтра мы сделаем один эксперимент, мы посмотрим, получится ли на почте ее отправить за 9 евро. И если получится, я обязательно вам об этом сообщу, потому что у нас есть очень много заказов на брелки. Вот такого размера якобы не должна превышать вот такой размер. Если она весит меньше 1 килограмма, я думаю, она меньше 1 килограмма. В общем, держим кулаки и попытаемся вот... Посмотрите. Тяжело даже поверить, правда? Держим кулаки и постараемся вот отправить ее за 9 евро. И если получится, то слава богу. Я вас всех целую, всех обнимаю. Спасибо за то, что вы со мной остаетесь. Спасибо за ваши просмотры. Канал растет. Вам хорошего настроения, всего самого наилучшего. Кто хотел добавиться в Инну группу по метеоритам и спреям, я всех добавляю, там группа тоже растет в WhatsApp. Оставайтесь здоровыми, а главное в хорошем настроении. Когда у вас будет хорошее настроение, все остальное будет. Пока!